Скадовске, на живописном берегу Джерелгачского залива, расположена страна красочного детства, имя которой – Романтик. Каждый ребенок, оказавшийся здесь, становится частью волшебной и незабываемой сказки. Все отдыхающие дети проживают в новом комфортабельном корпусе, сданном в эксплуатацию в 2013 году. В каждом номере есть санкомната, огромные панорамные окна, выходящие на море, и новая удобная мебель. Территория «Романтика» ухожена и дарит тень в жаркие летние дни. Множество хвойных деревьев, цветущие клумбы и розарий создают атмосферу уюта и покоя. На территории множество спортивных объектов. Тренажеры, футбольная, волейбольная и баскетбольная поля, крытая площадка для настольного тенниса. Все это позволяет нашим детям принимать участие в большом разнообразии спортивных мероприятий и соревнований. А комплекс бассейнов, оснащенных современной системой очистки воды, дают возможность всем желающим или искупаться в жаркий день под руководством спасателя, вожатых и медработников, или освоить новые техники плавания вместе с плавруком. Ежедневно для детей в «Романтике» работают тематические творческие студии, хореография, сценическая речь и театр, креативная мастерская по работе с бумагой, студия изобразительного искусства. Может быть, ваш ребенок и не станет великим художником, но украсить живописными полотнами стены вашей квартиры сможет точно. Уже не первый год на базе «Романтика» работают англоязычные отряды, которые являются прекрасной возможностью совместить отдых, общение со сверстниками, активные игры на свежем воздухе с изучением языка, а значит, снять языковой барьер, расширить словарный запас, развить разговорные навыки. Для тех, кто любит проводить каникулы с книгой, в детском комплексе «Романтик» есть библиотека, книжный фонд которой насчитывает почти 2000 книг, как современных писателей, так и классической литературы. Одним из важнейших направлений организации детского отдыха является качественное питание, оригинальный дизайн обеденного зала, красивая посуда, вкусно приготовленные блюда и доброжелательные сотрудники – все это помогает получить удовольствие от приема пищи. А новое современное технологическое оборудование позволяет работать на качественно новом уровне. Чтобы наполнить каждый день еще большим количеством приятных воспоминаний, мы разрабатываем ежедневные развлекательные мероприятия. Да так, что каждый концерт, квест, шоу-программа или игра доказывал детям любого возраста, что сказка может быть и в жизни. Яркая, добрая, позитивная сказка. Будьте уверены, что в нашем детском комплексе каждый сможет раскрыть и поделиться своим талантом, найти дело по душе, а друзей на долгие годы. Недаром одни и те же дети приезжают сюда из года в год, а потом возвращаются уже вожатыми. А все потому, что детская страна под названием «Романтик», однажды появляясь в жизни человека, уже никогда не забывается. И каждое лето семья романтиковцев пополняется новыми друзьями. Приезжайте к нам и убедитесь в этом сами –